В средней школе номер 6 прошел пасхальный концерт для детей с особенностями психофизического развития «Свет Христова Воскресения». В гости к школьникам пришли 15 подопечных благотворительного центра «Вера». Ребята тоже подготовили небольшое выступление на пасхальную тематику. Однако все остальное организаторы праздника взяли на себя. Школьники представили выставку тематических рисунков и поделок, театрализованное представление, песни и стихотворения. Подготовка длилась практически месяц. Очень многие хотели поучаствовать, практически даже соревновались за то, кто примет участие в театральных постановках, кто будет ведущим, кто будет участвовать в изготовлении сувениров. И эти дети в рамках подготовки к нашему большому пасхальному концерту, мне кажется, стали добрее и милосерднее. Я бы сказала, что участвовала вся школа от 1 по 11 класс. Кто-то готовил декорации, кто-то делал сувениры. Я также стояла в истоке, вот как это все мероприятие зарождалось. Мы вместе ездили к деткам особенным, все вместе рисовали, все вместе занимались какими-то творческими работами. И мы друг другу давали понять, что все являются как бы на равном полномочиях, на равных правах. Для каждого человека Пасха и светлая неделя после нее – это особое время, наполненное атмосферой чудес. И своей верой дети готовы делиться с окружающими. В Евангелии мы слышим слова Спасителя, его как бы заповедь: «Будьте как дети, ибо таковых есть Царство Небесное». И взрослые у детей постоянно учатся искренности, в том числе и в отношениях с Богом. Поэтому здорово, что и взрослые, родители, учителя собрались сюда вместе с детьми, чтобы подумать, порассуждать о Пасхе Христовой.